Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовим два очень вкусных блюда. Первое и второе. Каришка, ужин будет супер у нас. Как всегда. Не переключайтесь, будет очень интересно. Поехали! В общем, друзья, у нас мясо. Вот такая часть говядины, бедерная часть. И, соответственно, 5 штучек шейки барана. Из баранины мы сделаем хорошую шурпу, а из говядины сделаем плов. Готовить будем все это в афганских казанах. Это очень удивительное блюдо, тем более в такую погоду, что зимой, что в жару. Афганский казан спасает от всего, как кондиционер. Правильно, Кира? Правильно. Все, погнали. Так, Каришка, я тогда быстро нарежу мясо, опалю его. Давай. А с тебя морковку, да? Овощи. Да. Давай я выйду, чтобы тебе не мешать. Да. Ты мне никогда не мешаешь, дорогая. Ала. Так, ну что. Вот такое мясо у нас. Молоденькое. С утра на рынке взяли. С мясом в такую жару надо работать очень быстро. Сегодня у нас 33 градуса. Уберем лишнюю плеву. Нам она ни к чему. Как же жарко. Удалим лишний жир, чтобы шурпа была не сильно жирная, потому что у нас очень много вот таких шей бараньих, целых 5 штучек. Печати, пломбы, все надо срезать, все ненужное. Так, мухи, ну-ка давайте дуйте отсюда. Видали, какой газ у нас? Каришка, моя красотка. Так, их надо будет ополоснуть теперь. Я их опалил, лишнее все срезал. Поставим вариться шурпу. И начну готовить плов. Да? Давай, ополоснуть тебя? Да, ополосни рыбу. Так, накроем говядину от мух и займемся приготовлением шурпы. Поставим шурпу вариться и будем спокойно готовить плов. Так, друзья, это у меня казан на 10 литров. Для шурпы буду использовать вот такой казан на 15 литров.
кстати, очень хорошие казаны. Это фирма Хамзи. Видите, даже крышка с вакуумом. Это не то, что там всякая ерунда. Тут половничек, мы уже все его обработали, помыли. Так, корешка пока ополаскивает шею. Быстренько накрошу один помидор, один перец. Как говорится, все на любителя. Кто что добавляет в шурпу. Конкретно определенного рецепта, я так думаю, не существует. У каждого народа готовятся это все блюдо по-своему. И кому-то доказывать это неправильно, надо было так, либо так. Ну, я не вижу в этом никакого смысла. Морек помыла. Отлично, дорогая. Так, ребята, шею опускаем в афганский казан. Это будет у нас самая жирная шурпа, но зато самая вкусная. Так. Вот так. Болгарский перчик. Помидоры. Одна луковица вот такая. Соль. Один острый перец. И заливаем все это холодной водичкой. Достаточно. Воду набрали примерно вот до сюда. Процентов 20-25 от казана до верха оставляем пустым. Накрываем вот такой крышкой. Есть два вот таких клапана. Обязательно они должны быть чистенькие. До щелчка. И проверяем их работоспособность. Это в первую очередь для безопасности. Фиксируем вот такой, таким механизмом. Вот так подтянули. Казан готов. Ставим его на печь и варим после того, как закипит. Отсюда должен пойти пар. Как только пойдет отсюда пар, ну, варим где-то минут 40, не больше. И шурпа будет просто... Ставим на печку и разжигаем костер. Кстати, этими казанами можно готовить дома на плите. Корешка как черешня. Вкусная. Ну, я тоже хочу попробовать. Давай, пробуй. Черешня – это тема. Шурпу поставили вариться. На улице жара неимоверная. Сейчас... Перекушу немного черешни и начинаю готовить плов в афганском казане. Кстати, получается в афганском казане плов просто великолепный. А самое главное, без заморочек. Любите черешню, друзья? Я обожаю черешню, хотя в этом году, ну, урожай градом побило. У нас град был недавно. Очень сильно все разломало. Ну, что-то осталось. Ну что, дорогая, покрошу морковку пока. Хочешь, я покрошу? Не, кушай черешню. Витаминчики нам нужны. Я люблю, когда морковка крупная в плове. Ну, я имею в виду не такая. Соломка.
давно плов не ели, да? Сейчас будет супер плов. Если честно, афганский казан — это самое то. Мясо вообще делать нежным. Да, ну, я тебе скажу, вообще это очень удобная вещь, если честно. Тушенку можно делать на зиму. 2 часа, и мясо превращается в тушенку. Вот хаш, кто удобно любит. Удобно то, что мало времени занимает, да? Мало времени на готовку, да. То есть, вот, допустим, хаш. Хаш делают обычно всю ночь на медленном огне. А в афганском казане хаш ты можешь сделать, ну, часа за 3 можно хаш кушать вместе с костями. И мясо, и кости, все. Весь этот кальций превратится просто вот как морковку грызешь, кость сможешь грызть. А плов вообще он быстро готовит. Сколько? Сейчас покажу. Сразу все секреты раскрывать не будем. Ну вот смотри, у некоторых представление такое, что афганский казан — это только можно положил блюдо, накрыл крышкой и варишь. Нет. Его можно также использовать как обычную сковородку или как обычный казан. Не закрывая крышкой. Да? Конечно. Также его можно использовать в печи, в русской, в помпейской. Готовить на углях, на газе, на плите, на этом электро, или как они там называются. Но самое главное, что это очень удобно и быстро. Так, все у нас готово. Это у нас на 10 литров. Кстати, также Хамзи фирма. Это лучшие казаны. Ребята, это проверено временем. Заливаем растительное масло. И отправляем греться. Казан поставил на угли. Почему на угли? Чтобы не портить внешний вид. Они же настолько красивые, друзья. Корешка, на углях, когда готовишь, казан не коптится. Жара на углях вполне достаточно. Ну, можно и на плите готовить. Ну, я люблю природный вариант. Пускай разогревается масло. Вот такая красота у нас. Хорошо, да? Компактный. Конечно. Дома можно на газе, да? Класс. Я тебе говорю, вот по осени, допустим, закидал туда мясо утки, кайтова, гречки, чего-нибудь. Можно просто утку, просто говядь, любое мясо. Тушенка вытащил, закрутил в баночке. Он, когда крышка закрыта, готовит на большой температуре. Если ты просто на кастрюле варишь, температура кипения там, ну, 100 градусов. А этот работает 120-140 внутри. Поэтому он приготавливает намного быстрее и, соответственно, просто на волокна разносит. Если к вам едут гости, доставайте афганский казан. Да, да, да. Если едут гости, доставай афган казан. Подкинем дровишек. Уже начинает закипать. Thank you.
Ну что, друзья, рис промыли, замочили, масло разогрелось, кладем мясо. Так. Ну что, друзья, вот про это я и говорю. Вот сейчас казан уже закипел. Видите? Характерный звук, лишний выброс давления. То есть вот сейчас уже казан работает в полном формате. Ждем теперь 30-40 минут. Достаем, шурпа готова. Тем временем мясо уже поджарилось. Пойдемте перемешаем и будем класть лук. Какая красота, друзья, посмотрите. Мясо обжарилось, запечатали, самое время кладем лук. Оп, чуть-чуть лучка обронили, ничего страшного. Это к деньгам. Так. Обжариваем лук. Аромат чудесный. Так, друзья, лук обжарился. Закладываю морковь. Аж хочется так съесть, друзья. Ах, красота. Морковочка обжарилась. Соль. Приправа для плова. Уф, хоть возьми, прям так съешь. И заливаем это все горячей водой. Каришка, что ты там? Да интересно, как работает Мурек, смотрю. Все, я тоже водичку заливаю и готовлю зирвак. Давай, я уже проголодалась. Обязательно кипяток добавляем. Холодную воду в казан лить не рекомендуется. И вот так. Закрываем и томим. Ну, я думаю, минут 20, больше не надо. После того, как пойдет сигнал, что казан включился в работу. Как-то так, друзья. Прошло 40 минут. Казан работает. Вот так это все происходит. Сейчас я его сниму. Спущу давление, стравлю. Закладываем рис и готовим дальше буквально 5-10 минут после признака подачи клапанного давления. Все, давление сбросили. Теперь можем открывать казан. Вот такой красивый зирвак получился у нас, друзья. Самое время кладем рис.
немножечко досолим рис. И еще немного приправы для плова. Вот так. Целый чеснок. Острый перец. Закрываем все крышкой. И обратно на угли. Так, далее, друзья, сейчас ждем, чтобы начал работать клапан. Значит, казан закипел, пошло движение. И после этого минут 10-15 плов готов. Пойдемте посмотрим, что у нас там с шурпой. Все четко, друзья. Огонь уже уменьшился. Прошло 40-45 минут. Блюдо уже 100% готово. Плов тоже уже готов. Сейчас все будем снимать, выкладывать, пробовать. Корышка. Готова? Шурпа готова, вся свистит. Ой, красота. Вот так. Так. Ну что, сбрасываем давление вилочкой. Я думаю, что она сварилась прям до идеального состояния. Сейчас посмотрим. Бульон, правда, наверное, будет такой наваристый, но мясо будет просто разлетаться. О боже, я же испугалась. Не бойся, я с тобой, детка. Плов тоже готов, друзья. Стравливаем давление и будем сейчас все это пробовать. Вот так. Так. Пара минут. Все должно быть аккуратно и красиво. Красавчики мои казанчики, видите какие? Ух, афганские казаны. Один готов. О-ху-ху, что это за красота? Он до сих пор кипит, друзья. Вот это красота. Я же сказал, он прям его... Прямо Керя посмотрел, я же не сон, как желе дрожит. Друзья, смотрите, как это выглядит. Опа. Так.
Думаю, что можно будет даже попробовать кость укусить. Так, мясо. Теперь сама шурпа. Кто-то делает шурпу с картофелем, кто-то без. Но мы делаем вот так, помидорчик, перчик. И сегодня решили сделать без картофеля. Помидорчик. Вот так. Это корешки. А это муратику. Какой аромат, вы даже не представляете. Вот так. Ну что? Посмотрим, что у нас тут с пловом. Шурпу прикроем, чтобы не остывало. Угостим друзей. Так. Плов у нас, друзья, смотрите, какой он рассыпчатый. Вот так. Так, перчик. Это для тех, кто любит говорить каша. Афганский казан кашу не делает. Афганский казан делает вещи. Особенно если это такой казан. Фирмы Хамзи. Так, поставим тарелочку. Рука устала. И теперь самое вкусное. Карина, по-моему, ты тарелочку маленькую дала. Ну что, мои хорошие, вот такие красивые блюда у меня с Кариной получились сегодня на ужин, благодаря вот таким афганским казанам. Данные казаны — это компания Хамзи. Сегодня в России номер один, да не только в России, и в странах СНГ, везде, куда поставляются, конечный потребитель выбирает именно эту компанию, потому что тут качество налицо. Вот в таких коробочках они приходят, то есть производитель все предусмотрел, чтобы любой человек мог приобрести в качестве подарка, кому-то подарить на день рождения. То есть все солидно, все красиво, инструкция также находится внутри.
Ну, а за сами казаны, что я могу сказать? В них можно готовить не только как пароварка. Поэтому сегодня я вам показал именно плов. Также можно использовать, как обычный казан, без крышки. Жарить мясо, жарить картофель с крышкой, варить борщ. То есть любые блюда. Ну и самый важный момент. Очень много людей держат домашнее хозяйство образно. Зима. Положили мясо или там уточку. Сделали кашу, закрутили в банке, готовая тушенка. То есть этот казан делает тушенку лучше любого другого аппарата. Вот так скажу. Ну а компания Хамзи об этом позаботилась и сделала все зазоры, все клапана, все, что здесь есть, механизмы на высшем уровне. Цены вас приятно удивят. Не верите мне? Сравните с любыми другими ценами. Нигде дешевле не будет. Почему? Потому что именно хозяин вот этого предприятия, фирмы Хамзи, он производитель. То есть ниже производителя никто цену не даст. Так что приобретайте. Ну, вид, сами видите, какие они красивые, четкие, я не знаю. Ну, если кто-то захочет реализовывать, продавать, построить на этом бизнес, также вы можете связаться с производителем. У вас будут хорошие цены, человек порядочный, работайте. Ну, обо всем не расскажешь, все плюсы не перечислишь, поэтому для себя вы поймите одно. Компания Хамзи. Ссылка в описании прямо под этим видео. Прямо сейчас заходите и выбирайте. Ну, а мы будем пробовать. Ну что, пробуем. Корешка, шурпа пускай немножечко остынет, потому что она горячая. Давай я тебе положу плов. Поухаживаю за моей королевой. Да? Конечно. А смотрите, какой он рассыпчатый. Блин, ну вот плов ложкой накладывать не предусмотрели. Надо было лопатку взять. Все, хватит. Не хватит. Да хватит. Ужин должен быть хороший. Вот так, мясо. Ты сейчас попробуешь, потом скажешь, добавки дай. Кушай, пока горячее хватит. Мы проголодались, но не до такой степени. Вон даже мухи прилетели, видишь, кушать хотят. Угу. Аромат обалденный. Ну. Вот так. Самый прикол, знаешь, Кир? Угу. Вот эту баранину. Где вилка? Посмотри, как его приготовил казан. Смотри. То есть тут косточки просто вот так выходят. Но самый прикол, эту косточку можно вот так брать, смотри. Вот так. И кушать, как кальций. Мягко. Конечно. Только афганский казан так может сделать. Это кальций для организма. Натурпродукт, да? Ну, один раз целого барана вот в таком афганском казане с костьми съели. Да. Так, начинаем. Теперь я верю. Не, ну тут, в смысле, вообще. Я сначала бульончика попью. Ну, приятного аппетита, дорогая. Спасибо, и тебе приятного. И бульон такой чистый, да? Очень вкусно. Можешь. Хлеб. Для тебя хоть звездочку с неба. Бульон жирненький, да? Так что берешь шею и вместе с мясом, как начинка. Это полезно для организма. Кальций. Дай мою вилку. Пожалуйста. Я тебе показывал, как мясо разваливается. Вообще надо есть руками. Овощи будешь? Нет, пока. Я хочу плов попробовать.
Какое мясо нежное. Ну что, плов? Ну, мясо в плове вообще в смысле. Губами можно есть, говорят же. Если эти куски так сварились, маленькие, наверное, вообще. Да, в смысле, в руках он не держится, он падает за счет своего веса. Мои пальцы. Хочу облизываю, хочу нет. Значит, плавно руками кушать. Раз. Ой, муха. Вон с краю садись, кушай, что ты мне в рот пытаешься залезть? Муха прилетела покушать, мы же ее не выгоняем. Присаживайся, кушай. Но не наглей. Правильно, корешка? Ты же говорила много. Положи, говорит, мне кусочек поменьше, вне кадра. А теперь вон, молодечек. Очень вкусное мясо. Конечно, вкусное. Это... Чуть плова попробуй. Тоже вкусное море. Золотые руки у тебя. На здоровье, дорога. Мы, короче, туда-сюда, туда-сюда сегодня полдня, а потом под вечер, чтобы долго не заморачиваться. Ну, как бы эти казаны у меня давно стоят. Я говорю, Карин, давай, говорю, в афганском казане сделаем. Это, говорю, и вкусно, и быстро. Она говорит, да, сейчас, говорит, пока закипит там, потом его мыть. Все казаны чистые? Угу. Чистые. Все четко и быстро. То есть афганский казан — это тема. Корешка, давай тост. Созрел. Давай. Ну, Ну, по традиции, как бы, в первую очередь я хочу пожелать всем людям по ту сторону экрана, именно людям, которые к другим людям относятся по-человечески. Как бы сегодня времена такие, много шлака. Я знаю, что ты потом скажешь, Мурик, зачем ты на камеру? Ну, все надо называть своими именами. Я хочу этот бокал поднять именно за нормальных людей, порядочных, хороших, которые знают слово «человек». Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, всех благ. Пускай куда бы вы ни вышли со своего дома, всегда в здравии вернулись назад. Любое, за что вы беретесь, пускай приносит вам только удачу и благополучие. Любите друг друга, цените и уважайте. Один раз живем, поэтому надо жить хорошо. Желаю вам хорошей жизни во всех смыслах этого слова. Корешка, поддерживаешь? Конечно. Давай, мое золото. А, как в сухую землю. Плов супер. Корешка, перец. Огурец, пожалуйста. Огурец, я знаю, ты любишь. Держи. Еще один давай. Давай. Держи, моя золотая. Спасибо. Я люблю помидоры, она огурцы. Один пишет, это, наверное, твоя вторая жена или третья. Это первая, единственная и последняя моя супруга. Интересно, почему такие мысли? Ну, может, потому что ты хорошо сохранилась в свои 50. Сто процентов. А я в свои 40 уже. Двадцать два года мы вместе, и 22 года
Живем счастливо. И вам желаем также. Да? Угу. Не могу оторваться. Вот это мясо мне вообще сильно понравилось. Хочешь, я тебе буду готовить его каждый день? Каждый день надоест. Все вкусно, если честно. Ну, не то, что сам себя хвалю. Просто реально. Или, вкусно, ну, да. Как бы. Короче, мне нравится. Поел так раз, да, так. То вон мясо сколько. Нет, я хочу косточку съесть. А? Кальцием закусить, да? Кстати, самое вкусное. Правильно? Угу. Наверное. Попробуй. Дай мне, пожалуйста, тоже салфеточку, кореша. Ну, прощаться мы с вами, конечно, не будем. Опять же, пожелаю вам всего самого наилучшего. Просто на время расстанемся. Нам надо вкусно поесть на сон грядущий. Да. Позвать друзей, операторы, соседи. Естественно, мы это все одни не съедим. А вам, пускай самый бедный стол в ваших домах будет такой, от всей души это говорю, ребят, не утрирую. При этом, чтобы было богатырское здоровье и человеческое счастье. До скорых встреч, друзья. Всем пока-пока. Пока.